Американские компании Pfizer и Moderna повысили стоимость своих вакцин против коронавируса для Европейского Союза, пишет газета Financial Times со ссылкой на контракты о поставках. По данным газеты, Pfizer подняла цену на свою вакцину более чем на четверть. Новая цена на дозу препарата составляет 19,5 евро против 15,5 ранее. Moderna повысила стоимость более чем на десятую часть. В последних контрактах на поставку в Евросоюз цена вакцины Moderna составляла 25,5 долларов. В первой закупочной сделке, по словам собеседников Financial Times, одна доза стоила около 22 долларов 60 центов. Условия сделок были пересмотрены после того, как данные исследований третьей фазы показали, что вакцины Pfizer и Moderna, созданные на основе МРНК, более эффективны, чем более дешевые препараты, разработанные AstraZeneca и Johnson & Johnson. Как пишет издание, компании рассчитывают получить десятки миллиардов долларов дохода в этом году, поскольку страны-покупатели стремятся обеспечить поставки в условиях распространения более заразного дельта-штамма коронавируса. На прошлой неделе компания Pfizer повысила прогноз годовой выручки от вакцин почти на треть – до 33 миллиардов 500 миллионов долларов, после того, как продажи вакцины помогли почти удвоить объем продаж во втором квартале. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сказал, что цены для стран с более высоким уровнем дохода сопоставимы. При этом страны со средним уровнем дохода платят примерно половину от этой цены, а страны с более низким уровнем дохода оплачивают только расходы, уточнил Бурла. Согласно прогнозам, разрыв между производителями МРНК вакцины и их конкурентами в следующем году будет увеличиваться. Прогнозируется, что продажи препарата Pfizer составят 56 миллиардов долларов, Moderna – 30 миллиардов, поскольку эти препараты покупают богатые страны. Продажи вакцины AstraZeneca, которая доминирует в поставках в страны с низким уровнем доходов, вырастут до 15 миллиардов в следующем году, считают эксперты. Европейская комиссия и правительства стран Евросоюза согласились заплатить более высокую цену, чтобы обеспечить подтвержденные поставки с европейских заводов-производителей. Moderna не ответила на запрос о комментариях относительно цен в ЕС, но указала на предыдущие сообщения о том, что соглашения о меньших объемах будут выполняться по более высоким ценам. В компании Pfizer отказались комментировать цены. 28 июля Pfizer сообщила, что доходы от продажи ее вакцины в первом полугодии 2021 года составили 11 миллиардов 300 миллионов долларов. Компания реализовала свыше 1 миллиарда доз своего препарата. Moderna в мае на 4,3% повысила прогнозируемый в текущем году доход от продаж своей вакцины от COVID-19 до 19 миллиардов 200 миллионов долларов.